друзья, на пороге наступает масленица, и мы решили приготовить блинчики с тремя начинками. А какими? Вы увидите в конце. Нам понадобится 0,5 кефира, 1,5 стакана муки, 1 стакан молока, 2 яйца, 1 столовая ложка сахара, 0,5 чайной ложки соли и 1 чайная ложка соды. 2 столовые ложки растительного масла. Наливаем кефир, мы его сначала подогрели, и яйца мы достали предварительно, чтобы они тоже нагрелись в комнатной температуре, чтобы не были холодными. Наливаем кефир, добавляем 2 яйца. Теперь добавляем соль, сахар и соду. И все это перемешаем. Просеиваем муку. Многие не просеивают, я всегда просеиваю. Мне кажется, так вкуснее получается, воздушнее они. Наливаем молоко в ковшик, ставим на плиту и ждем, пока оно закипит. Мы вскипятили молоко, теперь мы будем его тоненькой струйкой добавлять в наше тесто и сразу все перемешивать. Это мы завариваем наше тесто, чтобы блины были тоненькие. Теперь добавляем наше растительное масло, все перемешиваем и даем тесту постоять 10-15 минут, чтобы оно настоялось. Вот такое тесто у нас должно получиться. Если вдруг оно у вас получилось очень жидкое, то можете добавить немножко муки еще. Смазываем сливочным маслом сковородку один раз, только перед первым приготовлением блина. Что, начинаем жарить наши блины. Переворачиваем наш блин. Наш жареный блинчик мы перекладываем к остальным. И смазываем его сливочным маслом. Делаем первую начинку для наших блинчиков. На сковородку разогретую наливаем растительное масло. Добавляем мелко порезанный лук. И обжариваем его до золотистого цвета. К жареному луку добавляем мясо. Мы мясо отварили и прокрутили через мясорубку. Кто хочет, может просто использовать уже готовый фарш. Все перемешиваем. Для второй начинки нам понадобится творог 200 грамм. Свежая клубника, она замороженная осталась, бабушка, спасибо ей большое, нам привезла. И 2 столовые ложки сахарного песка. Теперь мы это все превратим в однородную массу с помощью блендера. Для третьей начинки нам понадобится плавленый сыр, слабосоленая форель, которую мы порежем тонкими слайсами. В центр блина укладываем 2 ложки фарша и сворачиваем конвертиком. Вот такой блинчик получился. Делаем блинчики со второй начинкой, с творожной. Также кладем начиночку и заворачиваем. Таким же образом. Теперь сделаем третью начинку. Мы смазываем блин плавленым сыром. Теперь укладываем пару кусочков рыбки и также заворачиваем.